Итак, Гурудев говорит, что Господь наслаждается со своими преданными в 5 расах. Так, сейчас одну секундочку, я поднастроюсь. Кто-нибудь, если вдруг подошел, подскажите, слышно ли меня, потому что у меня сегодня другой микрофон. Итак, до Шантараса, это что значит? Шантараса — это вид расы, когда у дживы особо нету глубоких отношений, они наблюдают. Шантараса — это самая, как говорится, такая низшая раса, где душа думает, что он понимает, что Господь он верховный, что он самоудовлетворен, и что он хочет, что у него все классно, и у него нет потребности служить. Он просто наблюдатель. Также следующая раса — дасья-раса. Дасья-раса — что значит? Дасья-раса — это как раса служения. Дасья-раса. Хануман. Хануман. Сколько служения выполняет Хануман. Точно так же и во Вриндаване. Ну, даже во Вриндаване, дасья-раса, она выше, чем Шантараса, потому что в дасья-расе есть наслаждение, служение, есть отношения с Господом. Итак, но на самом деле во Вриндаване нету Шантарасы. Шантараса там смешана с дасья-расой, даже если там, например, камни и различные какие-то... как кажется, неживые предметы, которые просто могут наблюдать, на самом деле они все живые, и все служат. У всех Шантараса смешана с дасья-расой. Выше дасья-расы какая раса? Сакхараса. Сакхараса. Сакхараса что значит? Это дружеская раса. В дружеской расе что самое главное? Там нет настроения «я слуга, а ты господин». То есть нету ощущения, что я ниже тебя. И то есть в сакхья-расе ощущение, что ты подобен мне, я ничем не хуже тебя. И иногда там Шридам, он спорит с Кришной и говорит: «О, у моего отца больше коров, чем у твоего». И иногда друзья побеждают Кришну. То есть они могут дать ему свой прасад, они могут взять у него свой прасад. Это сакхья-раса.
И на самом деле сакхи-раса очень важна для Господа. Он очень любит наслаждаться в этой расе. Шрила Гурудев говорил, Кришна никогда не приходит один. Кришна всегда приходит со своими друзьями. И вот, например, Арджуна также находится в Кришне в сакхи-расе. И Кришна ему говорит, ты очень дорог мне. Итак, а что же у нас выше сакхи-расы? Это ватсали-раса. Ватсали-раса — это родительская любовь. У мамы Яшоды ватсали-раса. И что это значит? Это значит, что у меня ощущение, что Кришна от меня зависит. Если я, например, что-то не сделаю, то Кришна будет несчастлив. То есть я должен о нем заботиться. Мама также имеет над ним как бы власть. Мама Яшода может там закрутить ухо Кришне. То есть в ватсали-расе мама Яшода, она думает, что она старше Кришны, что она лучше знает. И поэтому, на самом деле, Господь больше всего, ну, больше, чем сакхи-расу, любит ватсали-расу. Итак, когда Господь, например, с друзьями, и он чувствует голод, друзья не могут его накормить, но когда мама Яшода узнает, что Кришна голодный, мама может его накормить, и она все время проверяет, голодный он или нет, она всегда о нем заботится. И мама дает очень много заботы своему ребеночку. И вот и поэтому ватсали-раса, она еще более возвышена, чем сакхи-раса. А что еще более ватсали-расы? Это шрингара-раса. Шрингара-раса, мадури-раса. Шрингара-раса. Шрингара-раса — это самый возвышенный вид любви. Туда входят все предыдущие виды рас. И все гопи и радхарани, они находятся в шрингара-расе. И да, все эти все предыдущие расы, они внутри сердец гопи, они все внутри там входят. То есть они могут с ними быть и в настроении, у них есть и настроение служения, и настроение заботы, и настроение то, что ты нам равен. И то есть они все готовы дать своему... Они все готовы отдать Кришне. И точно так же, как, например, жена для мужа, она вот в Мадхури расе, она для него и друг, и как мать, и как жена, как все. То есть это самая сладкая, самая возвышенная раса. Когда вот кто сейчас говорит, что муж и жена, они также находятся в дружеской расе. Там и также ватсали-рас тоже внутри. Вот, например, там жена, она готовит вкусную еду для мужа, она заботится о нем. Она... И когда и Шрила Гурудев говорил, что шрингара-раса это вершина, верхушка всех рас. И кто находится в этой расе? Кто? Это гопи. Внутри сердец гопи — это матхури-раса. Внутри Кришна — наш высший муж. Наш высший муж. И у гопи в сердцах всегда находится такое настроение, что Кришна — наш высший муж, и они постоянно ему служат. Шанта-рас, ватсали-рас, сакхи-рас. Это все Шримати Радхарани, все гопи, они все испытывают эти расы. Все расы. Потому что все эти расы находятся внутри Шрингара-расы. Когда-нибудь...
На самом деле у гопи есть только вот эта раса в сердце. У них там больше нету ничего. У них нету ни привязанности ни к своим мужьям, ни к детям, никому. У них есть только вот эта огромная, концентрированная шингара-раса. Гопи — это концентрация шингара-раса. Самая наивысшая из гопи — это Шримати Радхарани. Шримати Радхарани — это консистенция, это прям... вспаханная шингар-раса, и получается вот Шримати Радхарани. Она самая-самая высшая, высшая преданная Кришне. Самая возвышенная любовь — это любовь к гопи. Она совершенно бескорыстная, совершенно чистая, совершенно не, без примесей. И вот эта вот Шингара раса, которая недоступна ни для Нарды, ни для Вишну, ни для Махеша, этот вид расы недоступен. И вот приходит Махапрабху, и он очень просто, очень легко раздает эту расу всем. И он не смотрит даже на квалификацию. Такие возвышенные личности, как Брахма, Махеш, не могут получить эту расу. А здесь что происходит? Махапрабху раздает ее всем, несмотря на квалификацию. Это просто чудо. Вот. Изначально что нам нужно, чтобы попасть вообще во все эти виды рас? Сначала нам нужно Шаранагати. Шрила Гурудев говорил, Шаранагати — это является дверь в духовный мир. И мы должны кем быть? Слуги вайшнавов. И однажды к нам придет полная Шаранагати. Шрила Бхактивинод Такур говорит, дает такой пример. Итак, и Шрила Бхактивинод Такур говорит, вот Махапрабху пришел в этот мир и затопил весь мир этой любовью. И на седьмом месяце ребенок осознает себя полностью, вспоминает все знание, проявляется, он вспоминает все свои прошлые жизни, 10 своих прошлых жизней, и он вот так вот молитвенно складывает свои ручки, и Кришна приходит, это ему свой даршин, и он говорит, когда он находится в животе у матери, он там очень, на самом деле, очень мучается, там его кусают разные паразиты, он лежит там вверх ногами, вокруг него стул, испражнения, моча. Он в ужасном находится положении, в это время он начинает вспоминать свои прошлые жизни, и приходит Господь и спрашивает. И тогда эта душа понимает, что это и наша, что Кришна наш отец, мать, все муж, все. Что Кришна для нас все. И теперь он снова дал нам человеческую жизнь. И душа осознает, насколько это редкий дар. Он понимает, что еще у меня есть еще один шанс. И сейчас я этот шанс свой ни в коем случае не упущу. Сейчас я схвачусь за этот шанс. И я обещаю, Господь, только как я выйду отсюда, я буду поклоняться Тебе. И что самое важное, в то время какой последняя ступенька? Атма неведанном, то полное предание Господу.
Кто нас может защитить? Только Кришна. Кто нас может снабдить необходимым? Только Кришна. На самом деле в лотосных стопах Кришны есть все виды счастья, все виды богатства, все, там все есть в лотосных стопах Кришны. И мы обещаем, что мы начнем поклоняться Кришне. Итак, и Шрила Гурудев, итак, Шрила Гурудев говорил, что на самом деле Шривас Пандит, он что делал? Он все время сидел, исполнял баджан, он ничего кроме этого не делал, но у него все были счастливые в доме и накормленные. И однажды Махапрабху пришел и говорит, и он говорит, смотрит, что все вокруг там совершают киртан целый день вообще. И тогда Махапрабху спрашивает, мне интересно, как же вы свою жизнь поддерживаете? И так, как вы себе организовываете еду? И тогда Шривас три раза хлопнул в ладоши. И Махапрабху сказал, что это значит? О, только Махапрабху, только ты можешь меня защитить, только ты можешь дать нам что-то. Если мы будем тебе совершать баджан, ты же нам дашь все. Но если вдруг нам не придет еда, первый день мы будем поститься. И Шринивас говорит, только ты можешь дать нам все. Только ты наш защитник и благожелатель. И что это значит, когда Шривас Пандит три раза хлопнул в ладоши? Что это значит? Какое учение? Пожалуйста, скажите, слышно ли меня? Слышно ли меня? У меня сегодня другой микрофон. Итак. Что значит, что он хлопнул три раза? И Махапрабху, он был очень счастлив, когда услышал этот ответ такой. Вишневас Пандит, он дал ему благословение, он сказал, поскорее Лакшми пойдет побираться по миру, но в твоей семье никогда не будет проблем с пропитанием. И Шринивас Пандит, он целый день совершал харинам киртан. Шринивас Пандит, он никогда не делал ничего другого. Он только совершал баджан. Целый день. И никогда ни у кого ничего не просил. Все как-то само устраивалось, по милости Господа. Потому что у него что было? Шаранагати. Шаранагати — это полное ощущение, что Кришна нас всем обесчитит, что нам не нужно тяжело трудиться, чтобы себя обеспечить. У нас уже по карме у каждого есть, каждая рисинка посчитана. И когда маленький ребенок живет дома, неужели он ходит и выпрашивает у родителей своих еду? Нет, родители его сами кормят, конечно же. Потому что что? Потому что им полностью предан. Он понимает, что он зависит только от них. И точно так же наш Господь Кришна, он является нашим наивысшим родителем. И неужели, если мы должным образом поклоняемся Кришне, неужели он нас оставит без еды? Неужели он нас оставит когда-либо? Нет. Если мы будем...
Итак, разве хоть когда-то ребенок ложится без еды? Нет, мама скорее свою еду отдаст ребенку, но ребенок никогда не останется без еды, потому что для мамы ребенок самое важное, потому что он ей беспредельно предан и беспредельно зависит от нее. Точно так же Кришна дает нам заботу, как наш родитель. И если мы будем всегда повторять имена Кришны, то что будет? Кришна даст нам полную заботу, полностью нам организует все. Господь Кришна сам сказал в Бхагавадгите, он сказал, что если кто-то будет совершать мне хоть какой-то бхакти, то Кришна сам все организует в этом доме. Кришна сам сказал это в Бхагавадгите. Шрила Гурудев Мама всегда думает о своем ребенке. Мама всегда ему дает все виды разной еды, все, что нужно. Она все виды его потребностей она удовлетворяет. Итак, неужели Кришне, у которого есть все, у самого богатого отца, неужели у него не найдется там для нас кусочка еды? Конечно, найдется. Поэтому что самое важное? Конечно, совершать баджан Кришне. И он все организует. И однажды во Вриндаване один преданный вайшнав Он пришел в какой-то дом и остался в нем. И в одной шлоке Кришна говорит, кто во Вриндаване, если кто-то придет во Вриндаван, то Радхарани, она все для нас устроит, потому что это ее дхама. Там есть... Итак, она сделает для вас красивый дом, красивую кунджу для вас подготовит. И вот и когда... я прошу прощения. Хотя нет, все правильно. Итак, однажды Кришна красиво устроил там какую-то кунджу и ждал Радхарани. Она все не приходила. Итак, вот этот вайшнав, который пришел во Вриндаван, он там где-то сел в каком-то доме и просто повторял Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе. Он сидел и делал баджан. Но у него не было никакой еды, ничего там не было. И Кришна думает, почему же Радхарани не приходит? И тогда что произошло? Пришла маленькая девочка, к этому вайшнаву пришла маленькая девочка и накормила его. А кто это был? Это была сама Радхарани. Радхарани, она как наша мамочка. Она приготовила еду, пришла и накормила этого вайшнава. Потому что она наша мама, и она не вытерпит просто, что ее ребенок сидит голодный. То есть Радхарани даже опоздала на встречу Кришне, чтобы накормить преданного. И когда... Кришна искал Радхарани вот таким образом, везде заглядывал. Но Радхарани нигде не было.
И потом, да, и потом он понял, что Радарани, она была очень занята, и когда Радарани прибежала, Кришна вошел в ман. Кришна тоже иногда, оказывается, ходит в ман. И тогда Радарани начала говорить с Кришной, а Кришна отвернул лицо. И тогда Радхарани говорит: почему ты вошел в ман? И тогда Кришна говорит: а почему ты опоздала? И он говорит: я тебя жду целый день, почему ты пришла поздно? И тогда Радхарани говорит: И Радхарани сказала: ты единственная, ты обещал защищать всех своих преданных. Ты сказал в Гите, что твои преданные, если будут совершать баджан, что никогда никто не будет нуждаться. Но тут пришел один вайшнав, ты сам это сказал, что они ни в чем не будут нуждаться. Но тут пришел один вайшнав, он сидит, совершает баджан тебе. У него нет еды. Твой преданный там сидит и читает, и ничего кроме этого не делает. И у него не было еды, и что я делала? Я хотела выполнить твое обещание, которое ты дала Бхагавад-гите, и я приготовила для него еду. После того, как Кришна услышал это, то Кришна припал к ее лотосным стопам и сказал: «О, Радарани, ты прям мать всего мира». Он был очень счастлив. И тогда Кришна сказал: «Ты на самом деле выполняешь все мои желания. Пожалуйста, напишите, слышно меня или нет. У меня другой микрофон. Я не понимаю, слышно ли меня». Если мы будем совершать баджан Кришне, он обязательно нас защитит. Я не понимаю. Итак, Шрила Гурудев говорит, что... Сейчас, одну секунду. Меня слышно ли? У меня другой микрофон. Пожалуйста, скажите, очень классная катха. А, все супер. Спасибо большое. Итак, пока, если какие-то преданные Кришне несчастны, то Кришна тоже будет несчастлив. Поэтому Кришна сам пообещал, что он обеспечит всем своих преданных, и поэтому он выполняет свои обещания. Поэтому не нужно заботиться о пропитании, нужно заботиться о своем баджане. И это один из видов шаранагати. Думать, что Господь всегда нас обеспечит всем. Итак, как гопи совершает свой баджан? Они гопи совершают свой баджан самым наивысшим образом. И у них вот в сердце есть как раз вот эта самая высшая любовь, вот эта Шингара Раса. И Махапрабху приходит зачем? Зачем, чтобы раздать вот эту Шингара-расу, невероятную, редкую, недостижимую для Брамы, для Нарады. А мы, посмотрите, кто тут есть. Вот. Мы из разных каст. Но Махапрабху никогда на это не смотрит. Махапрабху не смотрит на квалификацию. Всем, даже самым падшим, он дает самую высшую Шингара-расу, Матхури-расу. Krishna Deva Bhavantam Vande.
Yes.